Считанные дни остались до 550-летнего юбилея столицы Чувашской Республики. В честь этого праздника жителей и гостей столицы ждет праздничная программа «Неделя с городом». Официальный старт юбилейной программы начался с чемпионата и первенства России по акватлону среди профессионалов и любителей. Церемония открытия началась с поздравления с знаменательным праздником и приветствием участников соревнования. С речью выступили заместитель министра спорта и физической культуры Чувашской Республики Илья Головин, старший тренер сборной команды России по триатлону Андрей Гудалов и глава города Чебоксары Евгений Кадышев. Сегодня у нас открывается праздничное мероприятие, посвященное дню 550-летия основания Чебоксар. Основание Чебоксар произошло и как раз на этом месте, на набережной реки Волга, на этом крутом берегу. Сегодня здесь проводится первенство, чемпионат России по акватлону. Хочу сказать, что именно год назад, на День города, здесь был Кубок России по акватлону, и руководитель федерации рекомендовал провести следующее крупное соревнование, этот чемпионат, именно здесь, в Чебоксарах, и именно в день 550-летия города Чебоксары. В Чебоксарах соревнования по триатлону в дисциплине акватлон проходят уже в третий раз. В этом году в чемпионате приняли участие 12 регионов нашей страны. Более 300 участников показали свое упорство, силу и достойно поборолись за первые места. В чемпионате и первенстве России участники представляли 4 возрастные группы. Юноши и девушки 13-14 лет, 15-16 лет, юниоры и девушки до 19 лет и мужчины и женщины до 23 лет. Представитель Москвы Михаил Быстраков сумел прийти на финиш первым, оставив всех противников позади себя на большое расстояние. Михаил рассказал, как ему удалось достигнуть таких высоких результатов. Готовиться было, скажем так, не очень тяжело. Самое сложное уже прошло. Это у основного количества участников последний старт в сезоне, а он, как правило, проходит уже так разгрузочно. Подготовка заключалась в том, чтобы просто отдохнуть от предыдущих стартов. Спортсмены сражались в двух дисциплинах – плавании и беге. Километр на открытой воде и 2,5 километра на суше. Такова дистанция акватлона. Чуваши на чемпионате представили 33 спортсмена спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 и спортивной школы имени Тихонова. В их числе Валентин Павлов. Он поделился, что планировал дойти до финиша раньше, однако совсем не расстроился, ведь это лишь повод становиться лучше. А бежать было более-менее нормально, свежо, погода была хорошая. Выступаем на родине, у себя, на родной земле. Показали, на что способны. Вот. И закончится так наш сезон. Праздничную неделю в столице Чувашии планируется проводить множество спортивных и развлекательных мероприятий. Акватлон стал лишь началом проведения масштабного праздника – 550-летнего юбилея города Чебоксары. Татьяна Козлова, Евгений Дмитриев, «Жизнь столицы».